привет! Очередной выезд. У нас уже снега, в принципе, мало. Сегодня аж 16 градусов тепла у нас обещают. И решили приехать на карьер, на полигон, где есть специальная трасса, вот, где можно будет покататься, проверить резину. Вот. То есть вот спускаешься, и у нас тут очень-очень много разных горочек, где мы с вами сегодня покатаемся. Я думаю, вдоволь будет вам что посмотреть. Ну и нам, я думаю, удовольствие получить. Вот. Ребята потихоньку подъезжают. Сейчас проверим ручей. Автомобиль у нас позволяет сегодня проехать и не утонуть. Что там сегодня у нас глубина? Ну. Молодец. Прям на грани. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, б... Ой, б... Представляешь, ты бы за рулем сидел? Опасно. Нормально, не перевернет. Молодец, заехал. Двигатель 1.8. Кардиант оффроуд, резина установлена. Тоже
не хватило немножко. Но тут еще надо попробовать сначала на одной скорости, на другой скорости. Молодец, молодец. Так, ребят, сейчас попробуем проверить занижение в гору. Занижение от АВТ в раздатке 3.07. То есть сейчас мы поедем, включим первую пониженную, газ трогать не будем, и посмотрим, насколько в гору сможет двигатель и занижение затащить. Привет, друзья Нивоводы! Для нас хорошая новость. Эко-Лада делает салонный фильтр именно для Нивы. Только для Нивы производят. Вот, посмотрите, город Казань производит салонные фильтры. Ребята, только для наших автомобилей. Вот так вот выглядит фильтр. Устанавливается очень легко. Показано, куда идет подача воздуха. Вот таким образом она устанавливается. Смотрите, очень легко устанавливается. Самое главное, крышка, которая подает воздух, она закрывается. Закрывается. Смотрите, все легко устанавливается, все прижимается. Не надо ничего выдумывать. Не нужно искать какие-то там непонятные фильтры, где там нужно подкладывать постоянно резиночки. Сейчас на улице у нас уже тепло. Пыль на дорогах. Чтобы нам защитить с вами радиаторы, кондиционеры, там печки, да, нужно ставить обязательно фильтры. Вот Эко-Лада. Товарищ Нивоводы, разыгрываю 5 салонных фильтров от Эко-Лады. Фильтры разыгрываю именно для Нивы Урбан с новой панелью. Для того, чтобы получить его бесплатно, ваша задача перейти в описание и выполнить все условия. А для того, чтобы его приобрести, заказать, будет ссылочка на Валберес. Переходите, заказывайте. Вон тот? Офигеть. Это надо снимать. Он очень крутой.
Молодец. Хотим попробовать, тут специальный приготовлен ров такой, заливается летом водой. Сейчас здесь снег с водой, лед. То, что лед не поломался, ему повезло. Подо льдом там полная каша, там полная беда. Вот молодец, не побоялся. Там вот именно глина такая, знаете, внизу. А сейчас лед, надо что-то потяжелее, чтобы сломать. Молодец, не испугался. Взяли потяжелее, чтобы сломать лед. Но шансов, если провалится, самостоятельно выехать, к сожалению, нет. Так как установлена летняя резина. Спокойно, спокойно приезжает. Лед еще оказывается толстый. Пробуем выехать. А вот здесь прям смачно, уже смачненько. И передние колеса на льду, и задние висят. И самостоятельно уже сложновато выехать. Хватай. А что, видишь, передние колеса на льду, задние внизу. Тяжело ему. О, они легче. Попробуем. Ну, тут грязно, горочка чернозем. О, смотрите, Нива короткая может. Не цепляет, проходит отлично. Так, тут не успокаиваемся уже. Бампера алюминиевые, едет. А тут чуть-чуть не хватило. Так, у нас здесь поедет. Лед так и не ломается.
Опасно бампер. Не, смотри, какой свес у него хороший. Почему думал, что зацепит? Нет, не зацепил. Прям впритык бампер проходит. Угу, молодец. Без разгона ей. Нива Travel без разгона. Без разгона не хватает. Привет, друзья Нивоводы! Для нас хорошая новость. Эко-Лада делает салонный фильтр именно для Нивы. Только для Нивы производят. Вот, посмотрите, город Казань производит салонные фильтры. Ребята, только для наших автомобилей. Вот так вот выглядит фильтр. Устанавливается очень легко. Показано, куда идет подача воздуха. Вот таким образом она устанавливается. Смотрите, очень легко устанавливается. Самое главное, крышка, которая подает воздух, она закрывается. Закрывается. Смотрите, все легко устанавливается, все прижимается. Не надо ничего выдумывать. Не нужно искать какие-то там непонятные фильтры, где там нужно подкладывать постоянно резиночки. Сейчас на улице у нас уже тепло. Пыль на дорогах. Чтобы нам защитить с вами радиаторы, кондиционеры, там печки, да, нужно ставить обязательно фильтры от Эко-Лады. Товарищи Нивоводы, разыгрываю 5 салонных фильтров от Эко-Лады. Фильтры разыгрываю именно для Нивы Урбан с новой панелью. Для того, чтобы получить его бесплатно, ваша задача перейти в описание и выполнить все условия. А для того, чтобы его приобрести, заказать, будет ссылочка на Валберис. Переходите, заказывайте.